Раз, два, три, проверочка микрофона. Еще раз повторяю, кто не понимает, что у нас происходит на канале, тот может перейти в описание к видео. Там есть первое видео, подкрепленное, в котором я все объясняю, что мы делаем, чем мы занимаемся. Поэтому перейдите сначала, пожалуйста, посмотрите тот видос, а потом уже смотрите обзор всех инструментов, которые мы делаем. А мы погнали дальше. Итак, дальше у нас доллар-иена. Доллар-иена, давайте будем искать уровни. Уровни. Начнем с дневки, с таких больших, сильных каких-то уровней. Вот. Цена у нас сейчас торгуется на уровне 106.87. Вот здесь у нас есть уровень. Тяжело, тяжело. О, вот так. Раз касание. Два касания, три касания. Три раза цена подтвердила, подходила. Сегодня, видите, упала, опять подошла к уровню, опять отбилась. Ой, это я думал, что на часовом графике. Нет, это получается целый день она пробилась, потом опять дошла и опять два дня падения. Хорошо, один уровень нашли, молодцы. А, вот еще подтверждение. Вот еще подтверждение с небольшим люфтом. Так, выключить прокруточку. Смотрим дальше. Ложное пробитие. Ну, то есть уровень есть. Уровень есть, уровень рабочий. Ой, какое хорошее, с каким хвостярой здоровым просто. Так, ладно. Далеко забегать не будем. Мы же дейтрейдеры, мы торгуем тут. Поэтому там особо сильно... 2-3 подтверждения, 4 этого нам достаточно для того, чтобы оставить этот уровень для торговли. Так, поехали дальше. Поехали дальше, смотрим, что пониже у нас есть. А пониже тоже есть что-то, да? Да, вижу. Есть. Есть пониже. Чуть пониже тоже есть у нас уровень. Это вот он. Да, это он. Можно чуть-чуть его. Блин. Тяжело на дневке выставлять уровни, конечно. Вот так. Да, 350. Точно. 106, 350. Круглая цифра, половинка. Давайте будем смотреть. Давайте будем смотреть. Раз касание. Два касания. Три касания. Поехали дальше. Проторговка идет хорошая по уровню. Цена прогулялась у нас по всему уровню. Причем, что это дневка, как вы видите. То есть, сильный, хороший уровень тоже. Есть такой уровень у нас. Так, но цена у нас ниже. Нам надо искать дальше уровни, куда эта цена идет. Смотрите, какая цена. Цена закрытия, цена открытия дня на одном уровне. Можно это считать уровнем? Не знаю. Но мне кажется, да. Нет, конечно же нет. Не будем фантазировать. Ну, иену всаживают, конечно. Ну, вот это можно считать уровнем, потому что это лоу дня. То есть это лоу дня, можно считать его уровнем. И да, вот он подтверждается двумя днями чуть раньше на истории. Проводим. Сейчас покажу вам, где я это увидел все. Чуть-чуть надо его ниже опустить. Вот так. Смотрите, раз, два, три. Есть работа с уровнем, есть подтверждение, уровень оставляем. 105, наверное, это 105 800.
чуть ниже, да, или чуть выше, или чуть ниже. Ну, плюс-минус может быть. Лоу дня. По лоу этого дня ставим, потому что нам ближние нужны. Ближние прицелы, скажем так. То, что есть подтверждение на истории, это хорошо, но нужны ближние прицелы. Так, истории не видно. Что у нас по лоу? Дальше по лоу. Есть ложное пробитие. А вот этот что нам скажет? Ой, какой хороший уровень. Здесь он, конечно, ближний, на ближнем нигде не подтверждается. Но вот там он двумя барами прям копейка в копейку проходит. Да, давайте его проведем. Вот где он. Вот. И здесь ложное пробитие было этого уровня. И в этот же день цена пошла вверх, как вы видите. Да, ну как бы цена, бар у нас нисходящий, но закрытие было на этом уровне и пошло вверх. То есть цена дошла вниз. Ну прям паранормальный бар такой большой дневной. Насколько тут пунктов прям... Прям топили, прям медведи топили жестко иену. Вот. Ну, это все как раз в начале кризиса. Как раз в начале кризиса. И вот эта расторговка такая жесткая. Прям рынки обрушились. Паранормальные бары такие. Все шортят, игроки все шортят. Банки, национальные банки выкупают это все обратно, чтобы не убили валюту, так что, да. А, поехали дальше. Поехали дальше. А, ну, в принципе, этих уровней дневных нам для сегодняшней торговли хватит. Если цена развернется и пойдет вверх, будем искать вверху уровни. Хотя можно... И сверху уровни тоже поискать. Такой непонятный молодой человек. Хай дня. И не ложится нигде на другие уровни. Ну, вот что-то здесь вот такое похожее, как на уровень. Но кругом какие-то проколы. Нету копейка в копейку уровня. Хотя вот здесь вроде как похож на уровень. Да. Вот этот мне нравится. Смотрите, здесь прокол, здесь тоже цена возле этого уровня, над уровнем консолидируется очень хорошо несколько дней. Вот, здесь с люфтом подход к уровню, вот здесь тоже было пробитие уровня, возврат обратно. И вот здесь вот цена уже в прошлом, да, в 2019 году. Цена тоже хорошо ходила, и вот здесь тоже. Прям копейка в копейку в этот уровень ударялась. Это у нас что? 107-420. Ну, скорее всего, что это 107-400. Наверное, чуть ниже он находится. Да, я так думаю, что это 107-400. Ну, давайте вот так вот его оставим. Да, так более правдоподобно. Все-таки круглые цифры, они более хорошо играют. Да, вот он есть уровень. Ну, цена, по крайней мере, возле этого крутится, вертится уровня. Все, хватит с нас дневных уровней. Пойдем немножко на поменьше таймфрейм, посмотрим что-нибудь локальное. Хотя я смотрю, цена ходит между нашими уровнями. Опять же, правильно настроен индикатор ATR.
весь бензин наш автомобиль сегодня потратил, как вы видите, притормозился возле нижней грани, немножко тут еще прошел. Да, 100 пунктиков докатился еще на инерции, но очень даже неплохо. Очень неплохо отыгрывает. Отрабатывает цена. Поэтому более мелких каких-то уровней искать и не надо, я так думаю. Вот этот уровень хороший. Смотрите, как здесь просто свечечки чик-чик-чик-чик-чик положились, часовые свечи под этот уровень. Да. Все, в принципе, эти уровни можем оставлять и ждать сигналов. Хорошие здесь были, да. Сегодня поджатие было, пробитие. Поджатие, пробитие вверх. Собрали стоп-лоссы. 50 пунктов, потом пробитие вниз. Раскачали цену, расколбас был. И тут уже, когда было еще одно маленькое пробитие. Вот тоже, мы когда будем торговать, нам надо будет ждать хотя бы трех пробитий. То есть вот цена была, рванула вниз за уровень. Закрепление за уровнем. Раз, ложное пробитие. Два, ложное пробитие. Три. Ну и вот здесь я бы, конечно, уже входил и получил бы стоп-лосс. Зараза. Потому что 200 пунктов было сбора опять позиции вверх. И потом уже аж цена пошла аж на четвертом пробитии. Хотя это если на 15 минутке смотреть, если переключиться на тот же часик, то тут, да, то тут такое, тут более картина непонятная. Мне 15 минутка более понятная, поэтому более детально видно. Так, ну ладно, по иене, в принципе, все и так понятно. Все и так понятно, вот так ее оставляем. И будем смотреть, что тут дальше у нас. Что тут у нас дальше? Ну вот этот уровень, да. Такой бы хотел немного кверху. Хотя тут тоже 100 пунктов разницы. Ладно, поехали дальше. Поехали, канадец.